Привет, друзья! Это снова время первых. И сегодня мы представляем вашему вниманию первый в Пскове, 13-й в России и 15-й в мире монобрендовый салон «Аквафлор». Заходим и по традиции смотрим, что здесь получилось. Ну что ж, друзья, вот он, тот самый монобрендовый салон «Аквафлор». Заходим, смотрим, изучаем. На самом видном месте наша стена с лесенкой, впервые реализованной с новыми декорами коллекции Select XL. Это те самые декоры без сучка и без задоринки, которые так любят ценители паркетной доски. Кстати, не лишним будет напомнить, что все эти декоры продублированы в коллекции Chevron Premium, той самой французской елки на Rigid Vinyl. Еще одно интересное решение этого монобрендового салона. Как видите здесь, декор плавно переходит со стены на пол. Продолжаем до середины этим же самым декором. А здесь, благодаря проекту Карины Неделяй, сделан интересный переход из одного декора в другой. Именно такой переход был в ее проекте черного и белого цвета в коллекции Паркет Плюс. А здесь он реализован в клеевой коллекции. Смотрите. Переход с одного за счет вкрапления нескольких плашек и полный уход в другой декор. Плавное перетекание – пример хорошего зонирования. На этой стене у нас максимально представлены возможности французской елки. Тут вам и ромб, и классическая выкладка, и вот такой вот орнамент, и палубная укладка, и зигзаг, и чего тут только нет. Ну и новинка. Такого больше пока не было нигде. Это вот эта самотрудно монтируемая стена, которая сочетает в себе сразу несколько наших коллекций. Это коллекция Stone XL, это коллекция Realwood XL, это коллекция просто Realwood. И все это разные толщины. Здесь и 5, и 2,5, и 6. Как это сделал человек, который это конструировал, я не знаю. Еще одна новинка, примененная в монобренде, это вот такой зеркальный уголок, который позволяет увидеть декор в объеме, не прибегая к открыванию сайтов и просмотру фотографий. Вы просто берете щит, подносите его и видите свой декор в объеме. Сейчас это можно увидеть даже на примере уложенного здесь декора. Мы смотрим и создаем 3D-эффект. Вы видите, как ваш пол будет лежать в большой массе, при том, что вы видите всего лишь вот такой кусочек. Ну и то самое, любимое нами и нелюбимое всеми строителями, панно мозаичное из коллекции Stone и AquaAll. Тяжело делать, но как же красиво выглядит. Как преобразить обычный декор нано, расположенный на щите, так, чтобы он смотрелся дорого и богато? Все очень просто. Сделайте его выклейку в вашем монобренде на стене в формате лесенки. И посмотрите, как он будет играть в объеме. Когда люди видят это, они говорят, а почему мы не видели этого в щитах? Им показывают на щите, они говорят, а вот ты какой, цветочек аленький. Предмет особой гордости любого салона, и наш в частности, наша коллекция Space от Аквафлор, которая попала в нашу новогоднюю акцию, друзья. Поэтому у всех теперь есть возможность купить ее в цене, отличной от предыдущей. Space, он же Космос, стал вам ближе. Ну и напоследок, но не в последнюю очередь, мои любимые, мои драгоценные, мои несравненные, ну вы знаете. Ну что ж, друзья, вот таким он получился, монобрендовый салон Аквафлор. С большим количеством новинок, обновлений. Как видите, мы не стоим на месте, дизайны изменяются, но качество Аквафлор и радость от открытия этого салона остаются теми же.